Школа номер 32 – одна из самых переполненных в Улан-Удэ. Здесь обучаются 2500 детей. Чтобы не допустить третью смену, в середине 2021 года для учебного учреждения начали строить новый корпус. В конце декабря все работы завершили. Современное здание обошлось в 410 миллионов рублей. Это уникальный проект. На 250 детишек в первую смену, в одну смену. На стесненных условиях, но сохранили всю инфраструктуру. В декабре месяце мы получили ЗОС на эту школу. Сейчас ждем поступления оборудования. Будем расставлять, отмывать. И 1 сентября наши детишки придут сюда полноценными хозяевами. Первую смену у нас сюда зайдут 10-11 классы, где дети по выбору могут изучать профили, да, разные, которые будем мы представлять. И зайдет во вторую смену у нас 7-я параллель. Это тоже как бы дети, которые будут иметь возможность заниматься технологией, тоже с новым оборудованием, предмет, который требует уже 2D-моделирования, 3D-моделирования. А вот новый корпус 19-й школы уже готов на 100%. Здание на 600 учеников в две смены возвели всего за 8 месяцев. Светлые и просторные классы оборудовали по последнему слову техники. Специальные парты появились в школьных мастерских, кабинетах химии и биологии. Здесь получается, Игорь, на 2 ученика. Это на 2 ученика. На 2 ученика. В актовом зале на 90 мест Игорю Шутенкову особенно приглянулась трибуна для выступлений с интерактивным экраном. Планируете теперь в администрацию такое заказать? Да, не буду говорить, не буду заказывать, мечтать о раньше, но вот для детей... Мы сфотографировали. Такое, для детей такое должно быть, и желательно в каждой школе, а не только в новых. Мы с вами вот сегодня даже прошли, и как будто в сказку попалось. Хочется обратно в детство, хочется обратно сесть за парту и учиться именно вот на новом оборудовании, с новыми информационными технологиями, ну, с новыми знаниями. Это подарок для коллектива школы 19, для наших детей и для наших родителей. С 90-х годов мечтали о этом. Тут у нас 4 кабинета начальных классов. В 2 смены это будут 8. С 1 по 4 классы. Ну и начинать будем, наверное, все-таки это специализированные кабинеты с 8-9 классов. Всего в Бурятии по концессионному соглашению строится 10 школ. 4 из них в Улан-Удэ. Сказка для учеников 19-й школы обошлась в 835 миллионов рублей. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.